организации промышленной компании, и идет ли речь о том, чтобы приватизировать и другие организации? Там Казахмыс, ну, большие, да? Вопросы промышленной безопасности находятся в ведении Министерства чрезвычайных ситуаций, поэтому, наверное, мой коллега лучше меня прокомментирует. По другим предприятиям вопрос о смене собственников не стоит вообще. Так, теперь по поводу ArcelorMittal. Скажите, пожалуйста, в какую сумму все-таки встанет приватизация этой компании? Все-таки есть же какая-то сумма, которую мы должны отдать олигарху Митал за эту компанию. В этой сумме есть? Идет речь вообще? Или это безвозмездная передача? Давайте начнем со следующего. Значит, во-первых, ArcelorMittal, акционер ArcelorMittal Continental, это публичная компания, которая торгуется на рынке ценных бумаг. Это второй в мире производитель металла и стали. То есть здесь мы ведем диалог в первую очередь с юридическим лицом, да, который является публичной компанией, которая котируется на рынке. Второе. Мы не можем сейчас до подписания юридически обязывающей документации по переходу актива и предприятия ArcelorMittal Continental в пользу Республики Казахстан озвучивать какие бы то ни было условия сделки, именно потому что это публичная компания. Переходу права собственности в случае, если, значит, в условии сделки будут включены какие-то условия по выплатам, да, мы не компенсируем ArcelorMittal за какие-то будущие потери, это в первую очередь. И второе, мы не планируем использовать бюджетные средства для приобретения этого актива.